Недавно на звонок будильника поставил свою любимую песню. Просыпаться стало гораздо приятнее. Правда, через неделю она уже перестала быть твоей любимой. Но, к счастью, есть много других хороших песен. Без песни нам никуда. Одна юная певица вышла на сцену, спела песню, и зал взорвался аплодисментами, хлопает и скандирует: «Пой еще! Пой еще!» Она говорит: «Но у меня только одна песня!» Зал: «Пой еще!» Она спела еще раз. Зал: «Пой еще!» Она говорит: «Ну не могу я больше петь! У меня только одна песня!» Зал: «Пой, пока не научишься!» У меня есть знакомый, он администратор одного певца. Звонит как-то организаторам концерта, спрашивает: «Скажите, на моего артиста билеты продаются?» «Да, продаются», — отвечают те, — «но не покупаются». Вечная тема. Поющие, громко слушающие музыку, шумящие сверху соседи. Знакомо? Мне да. Слушайте, но то, что они до утра песни поют, это, конечно, ужасно. Но еще ужаснее, что они там без тебя гуляют. Тебе спать пора. И вроде даже засыпаешь, но вдруг песня знакомая. И что делать? То ли спать, то ли подпевать. У меня есть приятель, в опере поет. У него мощный такой баритон. Как-то говорит: «Представляешь, вчера соседи всю ночь в стенку мне колотили». Я говорю: «Бедолага, тебе, наверное, спать не давали». «Ну, ты понимаешь, я вообще-то не собирался спать. Я всю ночь репетировал арию из оперы «Евгений Онегин». Кстати, его жена тоже поет. Ну, не то чтобы поет, с недавних пор занялась вокалом. Сидим как-то на кухне, пьем чай, а жена его в это время в комнате под рояль гаммы распевает. Полчаса распевает, час распевает. В какой-то момент мой товарищ не выдерживает: «Дорогая, ну хватит мучить свои связки и мои нервы. Куплю тебе новые сапожки». На кухню с серьезным видом заглядывает жена: «И сережки тоже». Приятель говорит: «Знаешь, она еще и танцами занимается». Я говорю: «Ей, наверное, лучше танцевать». «А ты что, видел, как она танцует?» «Нет, но я только что слышал, как она поет». Да, народ у нас петь любит. Особенно оторваться и попеть. Мужчина в магазине говорит продавцу: «У вас есть что попеть?» Продавец: «Вы, наверное, хотели сказать, что попить?» Мужчина: «Ну да, что попить, чтобы потом попеть». Помню, встретил одного знакомого, спрашиваю: «Что грустный такой?» Тот говорит: «Ты знаешь, пить бросил». «Ну, говорю, это ж хорошо». «Да, то, что бросил, хорошо. Но теперь понял, что пою я не так хорошо, как думал». Сейчас везде есть караоке. Кто-то сказал, что в караоке главное хорошее зрение и отсутствие совести. А что такое сверхотсутствие совести, знаете? Это когда под утро шумные соседи сверху орут в свое домашнее караоке: «А эта песня посвящается всем нашим соседям, которые еще не спят». Прямо как в ресторане. В ресторане, к слову сказать, поют очень даже прилично порой. Но, как правило, громко. Зашли как-то с приятелем выпить чашечку кофе, пообщаться, а поговорить невозможно. Приятель у меня находчивый, официанта подозвал, говорит: «Ваших музыкантов можно попросить сыграть?» Официант: «Да, конечно, что бы вы хотели». Приятель кладет купюру на поднос: «Пусть они сыграют пару партий домино». А вообще-то песня нам действительно жить помогает. Она с нами и в печали, и в радости.
Так давайте пожелаем друг другу, чтобы радости у нас было как можно больше. И чтобы было как можно больше прекрасных поводов нам эти песни петь. Хорошие песни петь.